Всем огромный привет, друзья! Ну что, сегодня у нас выходной день, жарище стоит невозможное, поэтому дождался вечера. И в тенечке сейчас будем готовить очень простое и при этом очень вкусное блюдо. Сегодня у нас говяжьи хвосты. Хвосты мы будем готовить в казане в огромном количестве овощей, поэтому будет очень вкусно. Не теряем время и приступаем. Итак, для начала нам хвосты нужно нарезать. Нарезать будем их по хрящику. Вот так находим хрящ, и они очень легко нарезаются. Итак, друзья, казан у нас нагрелся. Отправляем растительное масло, миллилитров 100. Хвосты я буду обжаривать партиями. Сначала вот эти крупные части хвоста отправляем в казан. Ну и обжариваем до красивого золотистого цвета. Итак, прошло у нас минут 15. Вот такие зарумяненные получаются хвосты. Убираем их из казана. И отправляем вторую партию в казан. Ну и также до румяной корочки. Ну а у нас в казане уже третья партия хвостов. Самые мелкие части. И вот в третьей партии сразу отправляем сюда лук. Вот такое большое количество лука, друзья. Обжариваем пару минут. Все пропорции, конечно же, будут в описании. Прошло 2 минуты. Добавим сюда морковку. Шаем и буквально 1 минутку потушим. Прошло 3 минуты и отправляем наши хвосты в казан. Хорошенько перемешаем. И оставим еще на пару минут. Так, прошло у нас еще 3 минуты. Пришло время посолить наше мясо. Хороших 3 щепотки. Добавляем дробленый перец. Ну и так как у нас сейчас здесь будут помидоры, добавим немножко сахара, сбалансировать кислоту. Ну и пошли в ход помидоры. И я добавил немножко сладкого перца. Также сразу сюда добавляю банку домашних томатов. Ну и все хорошенько перемешиваем. Смотрите, сколько уже сока нам дал лук. Сейчас еще отдадут помидоры. И как раз наши хвосты будут томиться в овощном соку. Соку от помидоров, лука. Вот практически полный 12-литровый казан получился у меня. Все, друзья, казан у меня заправлен. Накрываем крышкой. Огонь делаю ниже среднего. И 2 часа к казану мы не подходим. Друзья, чуть не забыл еще очень важные и вкусные ингредиенты. Конечно же, это чеснок. Так вот, 3 головки отправляю целиком. Ну и, конечно же, немножко остринку нашему блюду придадим. Добавим острый перчик. Вот теперь точно все. Смотрите, сока все больше и больше. Сейчас он по-любому покроет полностью наши хвосты, наше мясо. И будем 2 часа томить на медленном огне. Друзья, прошло у нас без малого 2 часа. Смотрим, что у нас тут в казане. Ароматы просто на весь район. Убираем теперь отсюда острый перец. Чеснок. И добавляем последние ингредиенты. Базилик, петрушка и кинза. Все перемешиваем последний раз. Закрываем крышку и ждем последние 10 минут. Так, друзья, прошли 10 минут, блюдо наше готово, можно дегустировать. Наше мясо просто утонуло в соке. Так, найдем сейчас побольше куски и будем дегустировать. Конечно же, обязательно наливаем вкуснейший бульон.
Ну что, друзья, уже у нас на улице ночь, долгожданный момент, дегустация. Пробуем это вкуснейшее мясо. Друзья, я специально взял отдельную маленькую тарелочку и две вилки, чтобы посмотреть, как у нас будет расходиться мясо. Смотрите, оно просто разваливается. За 2 часа говяжьи хвостики превратились просто в тушенку. Друзья, это просто пушка. Мясо нежнейшее. Конечно же, нужно попробовать бульон. Ребята, это просто бомба. Вот такие простые, недорогие хвосты, а получается просто какое-то ресторанное восхитительное блюдо. Поэтому обязательно попробуйте. Оно очень сытное, нажористое. Ну, скажем так, мужское блюдо получилось. Если вам понравится, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. А я всем вам говорю, до скорых вкусных роликов. Всем пока, друзья.